Полицейскими был остановлен автомобиль «Шевроле» под управлением жителя Сочи. При проверке документов выяснилось, что молодой человек еще в декабре по решению суда был лишен водительского удостоверения. Кроме того, он длительное время уклонялся от уплаты штрафов, что также является нарушением закона. Молодого человека задержали и доставили в полк ДПС. В отношении него были составлены протоколы. По решению суда сочинцу назначено наказание в виде 8 суток административного ареста. Полком дорожно-патрульной службы города Сочи ежедневно при надзоре за дорожным движением выявляются водители, уклоняющиеся от уплаты административных штрафов. Согласно статье 20.25 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации, гражданин, не уплативший штраф, может привлекаться как к штрафу в двойном размере, так и к административному аресту до 15 суток. В связи с этим рекомендую своевременно производить оплату административных штрафов за нарушение правил дорожного движения.